дождь пошел. Наконец-то у мамы дождь пошел в деревне. И хороший, причем, смотрите, как классно. Наконец-то мы его вымолили. Блин, такая засуха у нас была, такие жара стояла, а теперь, слава богу, блин. Вообще класс. Хороший дождь идет, прям хороший. Классно. Хороший дождик. Благодать, аж сверкает молния. Я сейчас пробежала с одного места на другое место. Благодать. Блин, вы не представляете, как это, насколько это даже долгожданный дождь. Трава здесь, в этом районе, где живет мама, поселок Савинка, это район Борового, курортной зоны, очень низкая, и поля, настолько им не хватает влаги, воды. Пшеница очень низкая. Это просто счастье, то, что дождь пошел. Красота. Ну, он уже, конечно, уже затихает. Уже затихает. Но пролил хорошо, прям такой это. Ливень был. Всем привет. Видеообзор моего поселка, где я живу. Точнее, жила в детстве. И такой небольшой экскурсия. У нас здесь новшество провели. Электрические столбы, солнечные батареи. И сделали новый асфальт. Это за сколько лет? Это новшество. Сейчас мы проезжаем. Это у нас больница. И будем проезжать в школу. Где я училась, ребята? Сейчас я вам покажу школу. Да, это моя школа. Я здесь не была очень много-много лет. Здесь мы играли в хоккей. Хоккей, футбол. Школа, моя родная школа. Так вот, там у нас... Кстати, вот тут, где яма, раньше была школа. Построили новую школу. Ох! А там у нас мельница. Осталась от старой школы яма. Она должна была быть двухэтажная, но ее очень быстро забрали. Советская власть поменялась. Сейчас мы подъедем поближе. Это наша мельница, вот этот маленький закуточек деревянненько. А крыша провалилась. Это здесь мои родители и все остальные жители этого поселка зерно получают. Да, уже, конечно, в таком убогом состоянии, но еще действует. В общем, такое вот старенькое. Идет у нас там улица и одна улица. Вот это, где лежит асфальт, это считается центрально. Я еду на велосипеде. Да. Машин у нас здесь нет, поэтому спокойно можно кататься. Сейчас, когда положили новый асфальт, дети катаются на самокатах, на роликах. Это, по-моему, единственная радость у ребятишек. Даже кто-то качель сделал. Дома здесь есть хорошие, спору нет. Вот такие. И есть, конечно, вот такие развалины. Но дальше не поеду, смысла нет. Поскольку, ну, дальше, получается, этот последний дом. И дальше еще два дома, и все. И деревня заканчивается. Мы разворачиваемся и едем в обратную сторону. Приезжаем еще одну улицу, которая тоже уже растворяется в объятиях деревьях. Тоже остались. Вот даже заброшку видно. Такие дома уже. Можно сказать, уже все. Дома заканчиваются.
наша канава, где вода бежит. Когда происходит разлив, прорывает дорогу. Красивый закат. Очень. Здесь у нас живет мент. А здесь раньше был дом. Сейчас вот такая куча. А здесь происходит разрыв. Здесь поднимается уровень вот такой небольшой речушки. И происходит небольшой разрыв, где живет мой брат. И брат находится в том доме. В общем, у меня поселок. И в основном одни родственники. Возвращаемся обратно по этой улице. Мы, наверное, не поедем, поскольку там дороги нет. Только будем кататься по асфальтированной. Вот. Асфальт здесь хороший. Хоть бы не нырнуть туда. Очень хорошая улица получилась. Мы тем временем сворачиваем на улицу, где живет моя мама. Это дом моих знакомых. Собственно говоря, здесь улица была очень хорошая. Такие хорошие дома были, саженцы. А сейчас вот такое все убитое, убогое. Но цивилизации. У нас здесь отличная дорога. Мы доехали до дома моих родителей. И, конечно, начало хорошей дороги.